Привет всем, мы на канале Маленькая Альбисон Белла. И сегодня у нас Новый год, и родители мне приготовили мистер бокс. Вот такая огромная тумба. Тут что-то стоит. Я передвину это под диван. Опа. Ой-ой-ой, падает. Я сбоку тут положу. Это самое любимое. Ножницы мне нужны. Она там снизу завязана вообще-то. А я вот так. О, ну супер. Так, теперь вот так надо покупать надо. Ничего себе. Классно. Все, что это все уже распаковано. Все. Как это распаковано? Вот так это распаковывает. Вот так это распаковывает. Что это? Какая-то курточка. Смотри, упадет. Это нам сразу все одевать нельзя. Да, это все можно одевать и сразу уйти куда-нибудь. Так, что слово? Будешь одевать? Если это все одеть на себя, то что в мистери бокс, то можно прямо на улице оказаться. Да. Снега нет, но есть снежка. Эти тапочки. Одевай. Так, я прямо на диване. В лифочке. Они новенькие как раз. Так это только надо отодрать, там их и разделить. Они две слеплены. Пым, отлепила. Все, одевай, можешь ходить уже в них. И вот так. Пушки. Прикольно? Ставьте их куда. Давай. Да я уберу. А это такие штучки, как ты любишь. Да чтобы глаза не мерзли, как бы спишь, да. Я их не люблю, потому что они мне... Сползают. Сползают ночью. Что? Почему мне столько волн? А это что такое? А это что такое? Вторая волна. Да не может быть. Ну может не надо, зачем она тебе надо? А там есть такой питомчик от... Единорожки. Там он с крылышками такими прицепными. Прикольно. Расскажешь нам потом, что там тебе попадется. О, классно, как она поменялась. Издалека мне вообще красиво видно. И что там? И он тоже цвет меняет. Тут тяжело пайетки меняют цвет. От звука. Для чего у нас такое? Ну и так уже куча летних всяких штучек, дочек. Ух ты, смотрите. Он меняет цвет. Да, красиво. Прям мне красиво видно. О, а вот пижамка моя. Адвент-календарь тролли. А может откроем сразу все? Давай, открывай. Ну по одному там, один, два, три. Как они. А это что такое? Это то, что ты любишь. У меня такое есть. Ну а вот этих нету? Надо смотреть, что там есть. Все, адвент-календарь только остался. Все, можно сюда залить. Коробку упаковаться можно. Так, убираем эту коробку. Ой, лолы, ой, лолы падают. Сейчас футболом. Где мой лол? А где он этот лол укатился? Не вижу даже. Вон он укатился. Ага, вот. Бежи. Хочешь куртку померить?
что? Нет? Попробуй. Очень классно. Хорошо, снежколеп. Сейчас снега, конечно, нет, но снежколеп нужен прям. Подожди. У меня два снежколепа уже. Да. Один красный. Угу. А этот в виде футбольного мяча. Угу. Ну, я что-то не могу открыть. Подожди-ка, вот тут открывается. Вот. Посмотрите, как выглядит. Угу. Я это снимаю резинку, чтобы она нам не мешала. Ты так, в таких эмоциях была, что аж волосы дыбом стали. Классный снежколеп. Ну что, снежколеп откладываем. Ну что будем дальше открывать? Кролик? Нет, я хочу лол. Лол? А где этот декодер? Смотри, это гламур, такой глэм-глиттер. А где декодер? Это к тебе, к куртке. А дай декодер. Видишь? А дай декодер. Такая она зефирка. Декодер, да? Декодер, вот. Это он спрятался, этот питомчик. Я сейчас открою его. Давай. Вот, смотри. Что, тапочки показывай? Тапочки такие. Цветами. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Сегодня 31 декабря. 2019 год. Наступает. Год кружки. Да, год кружки. Хрюшки. О. Что там? Вот так оторвалось, по-моему, да? Нет? Да. Так, кусочек порвался. Ну ничего не страшно. Вот. Еще кусочек. А эта совка нам не нужна все равно. Это не нужный кусочек. И помогите мне. Какой бантик мне понравился. Это бантик. А это под ночнушку. Да, не под ночнушку, а под пижам. Ну, она легенькая такая. Угу. Не могу отвинтить. Шарик розовый, уже видно. Это тебе вот... Этот глэм, где он делся, пропал, я не вижу его. Ага, вот, под курточку подбирали тебе. Гламур такой. Ой, какой сахарок красивый. Да. Ой, летят уже вовсю. Да! Что там? Чтоб тебе. А вот так. Перекачку дёк. А тут скунс. Перекачку. А тут скунс. Ага. Скунс вижу. Какой-то новенький. Какой-то новенький. Ага. Скунчик. Вот так. Опа. Что это сердечко? Это пёрышко. Пёрышко? Значит, нам попадётся какая-то сова. Да? Сова какая-то будет у нас. Да? Да. Невероятно. Первый раз что-то такое. Сова сейчас будет. Воробей какой-то нам попадется. Кто там? Кто? Бутылочка какая прикольная. Вот такая бутылочка. Что это, сумка что ли? Сумка у питомца. Надо же. Это шапка! Это не сумка, это шапка. Сейчас сам питомчик будет. Сейчас вылетит птичка. Открывай, открывай. У тебя очень хорошо получается. А кто там? Там какой-то питомчик будет. Зверь какой-то, собака, кошка. А может там вот. Лошадь? Ну, что там? О, класс! Подожди. Ух ты!
Класс! А давайте по вкладыш посмотрим. Класс! И вот эту вот шапочку можно ей одеть. Кинь. Класс! Вот это номер. Ой, первая птичка наша. У нас еще никогда не было птичек. Да. Почему я его рву? Понятно. Ну что там? Вот они. У него коньки должны быть. Кто? Коньки. Коньки? Так открываем быстрее песочек. Вот это прикол. Вот она, единорожка. Ага, вижу. Но вот эта сова, это прикол. Вот есть это. Еще вот такие, но мы на нее не обратили внимания. А мне внимания. Даже вот эта больше нравится, которая нам попалась. Где она? Вот этим ниже поближе смотрите. Ну прям прелесть. Она такая прикольная. Ну вообще классная. А песочек какой будет? Как интересно, мне меняет цвет он? Ну, на солнце, по идее, смотри, тоже меняет цвет. Классная такая вообще. Прям мне очень понравилась. Такая... Ой, упала. Улетела. Совка. Улетела. Супер совка. О, конечек. Ох, класс. Супер, боже. Смотрите, какой конечек. Боже, милота какая. Смотрите, стоп, что дышит. Это вообще... Ей можно одеть. Одеть, держи. Вышел. Ой, какая она классная. Я в шоке. И все. И можно в коллекцию сюда наверх ставить. Угу. Поставим? Ага. Вот других уронила. Ну ничего. Пока я с бутылочкой поставлю, потом берешь бутылочку там. Да, тебе. Хорош. Вот такие у нас пока что на данный момент. Так, теперь, а где мой глиттер? Глэм-глиттер. Глэм-глиттер? Открываем его. Открываем. Смотрите, сколько в нем слоев. Прикольный это такой шарик, просто... красивая такая девочка на нем нарисована. Замочек, посмотрите, какой. Какая интересная. Замочек прикольный какой. Ага. Сейчас порвется он, скорее всего. Нам еще добраться до него надо. Давай вот это пока что заберу. Может, ты мне поможешь? Помогу, конечно же. Где тут этот замочек? Вот. Я держу его, чтобы он не крутился никуда. Ох, у меня не получается. Ему тяжело открываться. Я знаю, как оно открывается. Я так же пробую. Я с другой стороны попробую. Давай вот так. Шарик. Какой мне интересно будет цвета. Без понятия. Бирюзового. Бирюзового? Ты так думаешь? Я увидела. Да? А я не вижу. А я увидела. В чем будет он бирюзовый? Я не знаю, каких цветов у них вообще должны быть шарики. У Глэмов. Так, вот подсказка. Бомба и... И что? Блыска. И какие-то... Звездочки. Написано глиттер бомб. Прям бомба должна быть. Прям не кукла, а бомба. А мы сразу взрослые. Ладно. Ну ничего страшного, нам так даже веселее будет. Быстрее. Оп. Оп, 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 оп. Оп. И подсказки эти, которые, что она делает. Это нам не интересно. Да. О, черный шарик. Почему он черный? Не знаю. Черный шарик, боже. А чем же он такой черный? Вроде бы глиттер, а оно черное. Может, из подделки?
Не знаю. Мы об этом узнаем чуть позже. Смотри, вот сюрпризик. Вот открылся уже. Давай будем по очереди. Так как оно предлагает нам, так и будем открывать. Оп. Ух ты. Прям вообще. Бутылочка такая. Вах, вах, вах. Так, там вот так открыла. И чё? И вот тут. Чёрный-чёрный шарик. Что там? Ух ты. Прям ух ты. Ух ты, пух ты. Ого-го. Ого-го. Откладываем. Нет, открыть. Черный-черный шарик. Чернее шарика я еще не видела. Он такой прямо устрашающий черный. Опа! Ей! Ура! Теперь тут сверху, да? Оп, есть. Боже, какой костюм! Я еще никогда такого не видела. Покажи. Бог ты мой. Отпад. Отпад. Круто. О, боже ты мой. Шапка. Обалдеть. Обалдеть. Боже, какая она интересная, люди добрые. Какая прикольная. А ну покажи мне ее. Посмотри. О, с каким румянцем прикольно. А какие глазки. Ого. Первый раз такое вижу. Держи. Классно. Очень классно. Мне понравилось это. Понравилось, как новогоднее. Глиттерные. Класс. Новый год. Класс. Вообще класс. Ну это прям такая красавица. Сапожки. Где ее сапожки? А вот тут вот сбоку я поставила. Вот. О, шапка какая у нее. Боже, какая красавица. Ух, деваха какая, боже, модная. Шик модерн. Сейчас поставишь. Ну, ставьте. Красавица. Так, я пока что прям вот так положу это вот сюда. Это вот так. А мы продолжаем что-то распечатывать. А как я это распечатаю? Не знаю. Ну, вот где-то тут есть какой-то скотч, где-то хитрый. Может, снизу сюда вот так давай. Давай снизу зайдем. Попробуем. Получается? Нет. Есть, получается. Это вкладыш. Вот так скрипать. Тихонько сюда закувыривали. Это тоже. Змей. Опа. Ой, упала у меня змейка. Ну ничего, мы сейчас поднимем. Так. Вот, держи. И змейку сейчас. У меня вот такое есть, по-моему. Я не знаю. Да доставайся, зарок. Я... Оп. Улетел. Зарок. Вот так у нас зарок. Змейка. Это тузис называется, малыши. Это кто? Кого мы там собираем? Собачка.
Вот, это такая вот собачка. Что там попалось? О! А у нас, по-моему, такого нету. Он нам 100 раз попадался. Такой? Он нам не нужен. Такой нет, нам какой-то другой птиц попадался. Сейчас я гляну. Мы сейчас можем прям посмотреть, какие у нас есть. Ну что, там попадется тебе сейчас? И мы сейчас нашу коробку откроем с малышней. И проверим. Открывается? Что-то мне кажется, что там такой же птах. Такой же птах? Ну как же, это нечестно такого птаха нам ставить. Это коробка. Пакетик. И кто там? Что-то фиолетовое. Нам такой. Нет, у нас такое есть. Такое есть. Так, вот такой вот у нас точно есть. Так, а тут у нас кто? Оп. О, такого у нас нет. Нету. Смотрите, какой малыш прикольный. Сейчас мы посмотрим, что у нас есть, чего нет. На, вот. Твои эти. Грубцы. И так дальше. И так дальше. Вот. Так, ну и что? Ага, действительно, попугай у нас такой есть. И такая у нас есть. Ну, зато змеи у нас такой нет. И этот носорог есть. Значит, чего у нас нет фактически? Только змейки. Вот это и вот это. И вот этого у нас нет. Остальное повторки попали. Ну ладно, что делать? Змейки. Да. Это сюда можно. Это все такие дракошки есть. Да, дракошки еще такие есть. Где-то одна так. А, вот еще вторая такая дракошка. Вот. Это Сафирос. Вот одна. И такая прикольная. Вторая. Ладно, убираем это. Дум-дум. Так, рука потянулась. Еще зачем-то. Вот это. Ох. А давай будем по одному открывать. Ага, давай. Один, два, три. Это игрушки, скорее всего, какие-то должны быть. Не знаю, посмотрим. Давай сначала рассмотрим. Так, вот у нас такой календарь. Ну давай, один, два, три. Где у нас один? Вот один. Поехали. Один. Что это? Рычаг какой-то. Я что-то тоже не могу. Эп. Вот. Показывай нам этого жука. Личинка какая-то. Какой-то жук. А больше на личинку похоже. Какая-то гусеничка. Брик-брик-брик-брик-брик. Гусеничка. Открываем дверку 2. Открываем дверку 2. Это вот так надо, видишь, нажимать сюда и... Классная такая штуковина. Мягкие волосы. Ух ты, еще и волосы такие. Ну, на меня похоже. На тебя? Вот такая очень игрушка. Прикольная. Такая симпатичка. Так, дверку 3. А это что это? Тоже какая-то муха. Это джмелик какой-то. Муха какая-то. Ха, прикольно. Давай дальше, поехали. Нам надо теперь 4. Вот. Вот она. На жучке каком-то. Она тут какой-то кролик. Мне кажется, что это кролик какой-то, да? О, прикольно.
Какой троллик, интересно. Я пятерочку еще. Просто такая красивая. Угу. Ой, не получается. Ну, попробуй, подави. Ты что же там так спряталась? Давай попробую. Нет, уже не получится. Звездочка, а мы ее так добываем, как настоящую с неба. Это вот эту звездочку, скорее всего. Нет, вон вот эту. Вот вот эту. Не выходит из этого. Ее так запаковали тут. И наоборот, сюда надо. Да. Не получается. Еле-еле-еле выдрала оттуда. Такая звездочка. Да, вот, наверное, сейчас открываем. У-у-у, класс! Вот. Прикольно. Номер 6, номер 7. Это что такое? Не знаю. Какой-то тоже троллик. О, прикольный. Ну, не можешь? Это правильно. Есть. Слизняк какой-то. Угу. Это вот у него. Вот? Да, это вот. Расчёска. Это... Ох, какой волосатый. Какой классный. Как прям как будто бы из мультика только что вышел. Так, 10, 11. Открываем 11. Я перевожу коробочку, чтобы не было. Еще одна расчесочка. Прикольно. Расчесочка равна. Розочка сама. Последняя, да? Да. Класс. Я ее выбираю. Давай. Это вот ее папа. Светан. Разве? Да. Это, по-моему, мальчик, с которым она встретилась. Нет, это ее папа. Ой. Она убежала. Ой, у нее такое платье прикольное. Класс. Ну, как у него. Да. Они как на дискотеку собрались. Тут. Пушочки такие. Ну, все, у нас все закончилось. Все уже распаковали. Складываем. Так, давай вот этих вот троллей сюда складываем. Сюда. Да. Вот сюда. Держи. Держи. Это мы уместили. Это мы уместили. Ну что, давай теперь еще примерим курточку. Давай. Давай. Берись за нее. И сейчас мы тут немножечко уберем все, потому что у нас уже тут все валится. Так, есть такой классный замок. Что такая прикольная эта? Ага, еще вот эта змейка. О, еще змейка у нас убежала. И эта змейка тоже относится к тем, кого у нас нет. Ага. А что, классно тебе в этой куртке? А можно не застегивать? Ну давай не застегивай.
такое большое-большое длинное пальто. И под костюм шапочка. И тапочки. И в тапочках прямо можно идти. Все, прям... А, ну так сапоги же еще есть. Ага. Сейчас я их найду, подожди. Куда я их делала? Сердечко. Сердечко? Да. О, класс. Мадам. Сейчас я поправлю тебе шапку. И давай этикетку все-таки сниму отсюда. Ой, не могу. Оп, я отсюда. Снимите этикетку отсюда. Еще. Все. Смотри, какой замок. Да. Кристалл, алмаз. И тут А. Она дала. Где А? Я снимаю. Хорошо. Все. Давай. А теперь посмотрите, что мы тут натворили. Вот так вот. И здесь еще есть для меня кое-что. Но это мы чуть позже посмотрим. Здесь как бы и так видно что-то. Так, мы немножко навели фен-шуй. А где второй? Дракончик. Какой дракончик? Дракончик. А, сафир? Это вот мне... Это мне королева утра попалась, вот это. Ага. Это какой-то... Вот это дракончик. Да, я думаю, это... Люпин. Слушай, Аннабеллочка, а ты хочешь упасть в обморок сейчас? Для чего? Ну, прям упасть в обморок хочешь или нет? Хочешь? Я сяду. Что? Я сяду вот так. Сядешь так? У нас есть очень крутые такие игрушки елочные. Я знаю, что ты любишь елочные игрушки, да? Хочешь посмотреть? Их всего 3 штучки. Но они стоят того, чтобы на них посмотреть. Так, не подсматривай. Не подсматривай. Держи. Какая красота. Это кто делал вообще? Ну, это кто-то делал, это ручная работа. Да, я покажу еще. Вот такой вот котик. Но пока мы его покупали с твоим папой, нам несколько раз люди сказали, что это хрюшка. Но это кот. Он, кстати, может стоять. Может поставить, попробовать на диване? Вот. Вот такой вот кот. Фантастика, правда? Вот такой вот. Сейчас мы его еще на елку прилепим. Правда, я не знаю, куда, потому что у нас живого места нет на елке. Давай следующую игрушку. Даю. Я его покажу сюда. Смотри, чтобы не упал. На юбочку. Смотри, чтобы он у тебя там не упал. Не подглядываю. Ты не подглядываешь? Нет. Точно? Я ничего не вижу. Вот. Все в обмороке. Нравится? А что это с него тут? Это такая раскраска. Крутой? Mm-hmm. Давай я покажу это еще. Это может быть еще и верхушка. Нет, верхушка это не может. Сейчас я покажу. Может быть. Вот смотри, вот эта дырочка. Не-не-не, но эта дырочка у всех так была, это так его выдували. Да? Угу.
А там нету у кота дырочку, потому что он частично клеенный, частично... Вот. Ну как, понравилось? Ага. Кто больше сейчас нравится, попугай или кот? Кот. Кот сейчас больше нравится, да? Но мне попугай очень понравился. А вот эта игрушка покорила сердце твоего папы. И он не мог с ней расстаться. Вот. Сейчас у меня больше всего нравится. Сейчас и нравится кот. Больше всего. И вот это. И мы с ними вот так носились с этими игрушками. Боже, я уже вся в блёстках. Ну да, блестки, конечно, сыпятся, но насколько это шикарные игрушки. Вот, еще покажем поближе нашего запоминающегося павлина. Вот такая вот игрушка. И котик. Ну, котик прикольный, правда? Это головастик. Ну что, ты в обмороке? Да. Класс, правда? Сейчас я попробую привесить на елочку их. В общем, вот такие вот. Так, вот у нас здесь попугай вот такой есть. Вот, но этот, конечно, в сравнении даже не... Даже рядом не стоял. У меня есть предложение попробовать вот эту вот сову пластиковую отсюда снять и попробовать привесить сюда что-то. Как ты на это смотришь? Можно? Да. Сову эту снять. Она тоже очень красивая, но попробуем. Порядок будешь наводить? Давай, давай. А я повешу пока что... игрушки на елку. Вот я сюда повесила. Куда? Сова с совой. Сова с совой? Ну пусть будет. Батик мне понравился. Батик? Ага. Маленький. Кошка прискакала. Она прилетела. Тут кот в сапогах у нас, а тут у нас вот такой котик. А тут вот хрюшка. Очень лиса. Так. Убираю я эти вещи отсюда. Дорогие зрители, я вас поздравляю с Новым годом, с 2019 годом. С наступающим, друзья. Всем всего самого хорошего. Всех благ. Главное – здоровье. Всем успехов на ваших каналах. И желаем вам золотых серебряных кнопок. Хоть разноцветных. Хоть серенький. Да, любых. Успехов всем. Всего самого-самого лучшего. Здоровья, радости, успехов. Хоть черную кнопку. Да, как этот лол сегодняшний. Это неожиданно. Это так случилось? Да. Лол классный попал. Ага. Черный, черный. Черный, черный. Вот.
сейчас еще сфотографируемся. А это мы когда будем? Мою куклу? А давай прямо сейчас откроем ее. Давай. Прямо посмотрим. Ой, подожди, это сейчас я только свет включу, да. Что-то у меня в глазах лежает. О! Я тут включу это. Вот это, а застегну я так. Мне не надо. Как хочешь. Ты лучше. Сейчас я еще покажу ее целиком и полностью. Нет, мы не будем ее вынимать так. Это вот так они идут, тут документы просто сзади. Ага. Это... А может документы заберем? А зачем? Пусть тут будет, я же ее не буду вынимать из коробки. Она так и будет в коробке навечно. Я таких кукол из коробок не вынимаю, тут сама навеки коробка красивая. Навеки вечные. Я на нее посмотрю. Посмотри перед тем, как она останется в коробке. Навеки вечные. Давай я покажу. В общем, посмотри. В общем, это вот такая вот, вот мадам. Такая вот картинка. Мадам единорог. Ну, картинку любой человек может посмотреть. А, мы посмотрим. Надо показывать. Показывать. Мисс Юникорн. Да, что-то такое. Леди Юникорн. Что это? Вот такая вот она. Что, у нее рог из лба? Да. Да. Ого, да. А что это с ней? Мутация? Ну, так, ну и еще и хвост у нее из попы. Мутация, что ли, какая? Ну да, вот у нее отсюда вот хвост. И кого она символизирует? Ну это единорог. Ага. Это вот первая кукла из серии. Вот та были, были эльфы, а это Mystical Muse Series написано. Это Unicorn Goddess написано. Это... Видишь, новая серия пошла. Мистические какие-то, мадам. Смешались кучу люди, кони, да? Да. А, так. Вот такая вот она. Вот. Ну, это вот, ну, из пластика. Ну, такая вот она красивая вся из себя. Наверху вот у нее такой вот грива такая. Я вот. Бы ее достать. Нет, мы ее доставать не будем. Не имеет смысла. Я таких кукол не вынимаю. Что-то одно тут. Нет, тут ничего не откроется. Это а все, покажи это мне, максимум. Как оно открыто. Ну вот так. Ничего документы. Написано 2017 Mattel. А сегодня уже совсем 19. Почти. Еще не наступил. Еще 18 только. Вот. Ну такая вот она. Интересная такая. Волосики такие. И вот, кстати, обувь какая вот у нее прикольная. Видно, если или не очень видно. Тоже лошадки. Обувь, да? Ага. Где лошадки? Ну, на сапогах. Ну, на если туфля. Присматриваться. Ну, вот тут видно. Вот. Ну, если каблуки. Присматриваться, ну, я понял. Вот такая вот. Такая вот Барби, да? Это Барби называется? Да, да. Это скажи, вот. Скажи. Я закрываю вот это, и потом я закрываю вот это. Это... блистер, передний пластик. И все. Мы все посмотрели здесь. А, да, это каблуки у нее тут. Да. Я не гордо. Это мое. Это мой подарок. От Деда Мороза. И от Святого Николая. Не твое. Вот так вот. Да. Вот такие вот пироги. Да. И я хотела еще сфотографироваться. Давай сфотографируемся. Давай. Baby shark, mommy shark, papi shark, baby shark. И сдох. Не могу больше петь. Чтобы эти поездочки. Тут у меня так лягает. Столько сарик светится. На второй свете.
прикольная это такая. Это мне Дед Мороз сегодня принес. Еще с утра. Да. Еще Дед когда... Мороз еще с утра ходит. Еще когда... Нет, еще ночью. Угу. Ночью я встала там, посмотрела под елочку, открыла это. Круто. Ну что, Дед Мороз потом поздно ночью аж придет. Я думаю, можно платье уже красивое потихоньку снимать и одевать пижаму новую, попробовать. Давай сзади расстегну тебе. И сейчас мы покажем, какая ты красивая. Класс. Класс, класс, класс. Поворот? Класс, поворот. Я. Дулька, что ты там балдеешь? Что? Паф. Паф. Теперь котику ждем. Ну все, теперь ждем Новый год, пока он придет. Все, закругляемся. Пока что закругляемся, а потом опять чуть-чуть. Может быть, а может быть и нет. Огоньки так. Нет, я сейчас при свете тьмы еще тоже, наверное, сниму, одену пижаму и буду тоже в пижаме. Хорошо. Я разоблачала. Так, я уже переоделась. Тебя даже не видно тут в темноте. Вот они вы, моя кисулечка. Мы с тобой в одном цвете, но чуть-чуть у нас разные пижамы. Два квадратика. Два квадратика. Открыть тут? Да. Ой, все, у меня упало все. О боже, сколько тут всего. У меня тут бутыли еще два добавилось. У меня эти бутыли уже тут. Не знаю сколько. Прикольно. Ку-ку. Все, я вот в пижаме такой тоже сижу. Вот. Что за выставка? Вот такая выставка. Выставка сейчас будет. Мне кажется, надо вот эту переодеть, чтобы она была в своем настоящем. Вот это и вот это. Угу. Давай переоденем. Но вот это прям прелесть. Такая классная, боже. Я не знаю, что это за птица, правда, сова или голубь. Ну, в общем, не важно. Но она такая красивая, прям прелесть. На голубь похоже. Да, похоже на голубь. Классная такая. Уже на вечеринку будет. Да, у нас тут пати. Сейчас. Новогодняя пижамная вечеринка. Где там твоя тусовка? Тут. Ждем Деда Мороза, в общем. Да. Я голову разобрала.
понимаете, к чему. Вот куколка у нас красная. Ну все, давай сейчас дальше. Выставку идет. Мне кажется, что выставка, суть выставки в том, чтобы они на подиуме стояли. Тебе так не кажется? Выставка сейчас будет. Смотри, смотри внимательно. Смотри, где малыши у нас. Вот. Такие вот малыши. Вот. Вот такая выставка сейчас у нас происходит. Новенькие в полку прибыли. Вот такие вот они прикольные. Не знаю, мне очень нравится вот эта, которая из подиума. И вот эта вот, которая сегодня, мне нравится. И блестящая вот эта вот, как ее, новогодняя. Блин, шарик. Блин-блин. Блин-блин. А мне вообще Лолы не нравятся. Их не люблю, они такие. Я просто других кукол люблю. Таких с документами, вот, паспортами. О, а вот я сапожка. Я думала, где я сапожка? А это мы еще обули, обули питомцев в тех сапожки, которые нам попадались от маленьких сестричек. Конечно, прикольненько. Ох, кошка пришла. Кс-кс-кс. Иди сюда, Блиса. Блиса, кс-кс-кс-кс. Лиза что-то не хочет. Сейчас мы ее позовем. Кс-кс-кс-кс. Близко, иди сюда. Лиза. Кс-кс-кс-кс. Что-то не хочет. Но мы сейчас ее переконаем. Прикольно. Собачки, кошечки. Класс. Сестрички. Вот совочку убери. Это совочек? Давай, давай. Сейчас, подождите, дам ту коробку. Тут у нас всякие аксессуары. А шарики мы отдельно храним теперь. Я оно еле открываю. Вот совочки я вам сейчас покажу. Да, прикольные. Ага. И всякие. И все, и все разные такие прикольные. Очень интересно. Класс. Только две собачки. Угу. Остальное кошки и одна птичка. Классно. Тут сразу не видно, что это птичка. Угу. Так, я эти куколки пока что провалю. О, классно. И бутылочки положим. В это сундук. Вот такие у нас шапки две. Опа, птичка полетела. Торбы. А где еще что-то полетело? Конек полетел, вот он. А арбузок. Положим сюда. Сумочки три. Да, сумки прикольные. Все, шапка. Угу. А это от кого шапка? А, это от совы, от этой шапки. И вот бутылок столько. Бутылки вообще прикольные, такие все разные. Это же надо. Прикол. Очень интересно. Вот у нас еще столько этих прибумбаксов. Лисе тоже понравился этот бантик. Да. Мне он тоже понравился. О, классно.
Смотри, тут тоже всякие разные сорта. Ага. Включайте, включайте свет. Это явно волк какой-то. Это явно волк какой-то. Не может быть. Это явно волк какой-то. Боже, вот посмотри. Я заказывала попугая у него. У Деда Мороза заказывала попугая? Да. Классно. Или это не попугай. Он такой странный. Я посмотрю, попугай это или не попугай. Он странный. Какой-то такой. Пики Пэрот. Пэрот это точно попугай. Вот существо простукало, и вот и все сюда. Ну все, у тебя набор теперь из скольких этих зверей? А ну показывай. Какая она интересная, с такой штучкой на голове. Попугай. Ха, прикольный попугай, слушай. Попугай симпатичный очень. Да, я хочу посмотреть, что это за... Декодер! Тьфу, не декодер, а это самый. Я хочу его открыть. Кто это? Давай в конце его откроем. Почему? Не знаю. Я хочу один слой хотел. Ну давай. Ладно, ну давай потом. Вот самый маленький подарочек. Боже, что летит все? Ой-ой-ой, что это? Не знаю, что это. Смешались в кучу кони, а люди. А тут вообще открылось у Деда Мороза по дороге. По дороге шел. Ой, что творится? У меня шок, просто шок. О, что себе шить? А что это такое? Что это такое зеленое? Это елочка. Это такой типа кексы, как капкейки. И звать его Куки. Вот он. Не знаю, Куки. Прикол. Так, давай вот это. Ну давай. Я пока что вот это. Открою, посмотрю, что это такое. Ой, что-то у меня летит. Ага, какая-то уже полетела. А это, наверное, жираф. У нас такой уже есть жираф. А нет, это не жираф. Папа, собирай. Собирай. Что-то всего тут. Всего. Боже, да. Ой-ой-ой. Что-то мы сейчас очень не разберем. Какой-то он такой. Очень большой. Сейчас совсем не разберем. Смотрите, я поняла, в чем прикол. И что? Что ты понял? Я поняла, в чем прикол. Ой, смотри, тут еще бутылочка, прям как у Лола. Я поняла, в чем прикол. Сейчас. Сейчас я вам все расскажу. Это какой-то сплэш. Это чичилав. Чичилав. Вот это на юбочку надо вешать. Чичилав, чичилав. Вот это на юбочку вешать надо. Папа собирает нам киндер. Да, тут такой лего конструктор. Тут, наверное, хвост еще надо. Я уже знаю, мы на Миколая собирали. Ой, короче, я не могу это. Что ты там не можешь? Вставить вот эти штучки надо сюда, ага. Да? Да, у меня что-то тоже не получается. А тут вот это. А это мальчик, наверное, такой? Да. Это девочка и мальчик, собачки. Да. О, прикольно такие. Фламинго, сердечко. Еще какая-то чичи. Еще что-то такое. Что это такое? Как помада, похоже. Так. Еще какая-то кружечка. Что это за кружечка? Это коктейль. А, вот он. Коктейльчик такой. Прикольно. А тут хот-дог. Хот-дог и еще какие-то такие для мальчика пса. Такие. А вот еще какие-то штучки. Это от этой девочки. Очечки. Очечки какие-то. А вот тут показано, что у нее входит в набор. И у него показано, что входит в набор. Вот.
фотик. Буковка N. Прикольно. Очки. А покажи саму собачку. О, у нее такой еще ошейник красивый. А ну-ка. Пес, выходи. Не выходи хочет. К нам. Не хочет. Так, успехи. Да вот что там. Боже, а кто это? Третий раз уже не туда ногу приделываю. Это не просто. А кто это ходит? Я что-то не понял. Это олененок Бэмби. Ох, боже. Наверное. Но я его сейчас соберу хотя бы, чтобы он не выглядел. Может, еще откроем? Блин, олененок Бэмби. Оконник без ноги. Еще хочешь открыть какой-то киндер? Ну, так открывай. Вот это хочу. Давай только вот сюда будем их высыпать. Вот. Тут уже у нас самооткрытый. Так. Веселая олень. О, вот сказочный. Это Дед Морозов, олень не вместе на видимо, стаже. Да. Видимо, да. Он, и поэтому он растолченный такой оказался. Ну вот, боже, тут еще куча каких-то деталей. Пап, соберу? Не долетел. Папа, ты соберешь? Ну? Да папка, соберешь? Кто был еще с Дедом Морозом? Вот что-то такое еще с ним было. Вот это елка. Что это? Покажите. Какая-то машина или что это? Это сани Деда Мороза. Я сейчас это сама. Да верняк, сани. Тут оно вот тут запряженный он был. Вот, так, посмотрите. Непонятно мне. А, морские жители. Это морской. Ага. Вот это вот что-то такое зеленое, скорее всего. Ну что-то морское очень. Очень морское и очень зеленое. Это что-то такое? Чудо-юдо рыба-щука. Это рамка из гипса. Ну, что это? Это то, что я люблю. Да? Прикольно. Отложим пока что сюда наверх. А я пока что еще один. Дайте мне еще один. Кого? Киндер? Да. А, кулек. Ничего себе! А я загадываю эту! Что? Monster High! Летающая! Ничего себе! Ух ты, какая красивая! Кто это такая? Так это не карандашики, это, наверное, фломастеры? Да, они вонючие! Вонючие? Смотрите, что это? Это скотч. Ха-ха-ха. И это скотч тут. Не знаю, что это что-то такое из мультика. Летающее. Это эти самые. Что-то оно летает, мне кажется. Да а ну-ка, нет. Дайте мне листочек какой-то, я нарисую что-то. Что нарисуешь? Фломастерами, что да. ли? Ну так можешь вот здесь... А, вот, ну можно на любой коробке рисовать. Вот тут... Что тут? Ну так тут целая схема придуманная. Они фруктиковые пахнут. А ну-ка дай. Ух ты, яблочная. Ух ты. Ой, как вкусно пахнет. Ой, как пишут красиво. Класс. А яблочко? Лимончиком сейчас будет пахнуть. Ну да. Как? Да, ну да, понюхай. Больше средством для мытья посуды пахнет. Да, точно. Очень похоже на лимонное средство. Действительно.
сейчас. И что там эти собаки? Там два розовеньких. Распаковала ты? Что один, это за собаки такие? Один нежно-розовенький, смотрите. Ага, разненькие такие. Ну все, ты теперь рисовать будешь. Прямо кайф. Вот такая штука. Ага, написано, что там? Fruit Punch. А вот это что? А это сахарная вата. А ну дай понюхать. Это фруктовое что-то должно быть? Вот это ты пишешь фруктовым сейчас. А то сахарная вата. Дай понюхать. Дай. Да. Увы, ошибка производства. Не сошлось что-то? Ну, две одинаковые пахнет. Детальки. Шоколадом они должны, пахнет. Они должны вот так вот, ну все, сходиться. Понятно. Они должны так сходиться. Они две одинаковых детальки. Вот понятно. Вот. То есть они не складываются пополам. Ясно. Ну что, ладно. Поэтому эта штука окажется просто вот, вот маленькой. Слушай, а классная могла бы быть. Вот такой вот головастик. А классная могла бы быть очень даже. А могла бы быть хорошей щукой. Ну, будет головастиком. Вот еще этот хот-дог. Кстати, такой прикольный этот от собаки. Чичилав, он открывается. И еще карандаши. Классно. Ну что там, а собак-то этих распаковала всех? Ой, что-то еще выпало. Тут их три. Три, а вот еще одна. Вот, смотри, девочка какая красивая. Я хочу это. Давай. Опа. Давай я тебе помогу отмотать ее. Надо будет здесь отматывать. Ой! Все, упало у меня. Мне эти фломастеры понравились. Фломастеры очень классные. Вот. Подожди. Тут еще как минимум, наверное, в голове она привязана. Да. Так. Что-то у меня не получается. Тут надо как-то ее выдеть, что ли. Ага, вот тут вот еще что-то замотано. Руки. Это через низ, через ноги надо снять. Может, порвем эту резинку, попробуем. Порвала. Все, есть. Фу. Все, готово. Ух ты, прикольно. А ну покажи, как она спереди выглядит. Со стороны скажи. О, классно. Прям сейчас улетит. Классно. Прикольно. А ну подергай мне еще это. Тут спереди покажи. Как она. Прикольно. Слушай, сейчас улетит. Что, сложилась щука? Получилось да, ли? А, получилось нет. С одной стороны получилось. Ага. Ой, она у меня развалилась уже. Ну, это очень. Ну, она классная. Интересно. Жалко, что не сложилась. Ну, либо я не понял, как ее складывать, либо вот эта деталь, она точно сюда никак не подходит. Вот. Не так, не сяк. Я еще пидора хочу вот это все. Может, там часть будет щуки? Может. Смотри, какая это прикольная. Как ребята мы тут. Что-то у нас тут все завалилось на пол. Что-то у меня не получается. Ладно. Так, сейчас посмотрим, что там. К чему? Вот это открывать надо, да? Боже, опять что-то рыбное. Неужели? Угу. Это вторая часть.
О, смотри. Еще что-то. Да-да, я видела. Вот, я открыла тут вот что-то вот два. Чего-то два. Что это? Какой-то мужик, посмотри лицо. Ух, боксер какой-то, что ли. Ничего себе, рыбка. У меня вот эта капсула не открывает. О, открылась. Это уже последняя, я надеюсь. Слушай, ну мы сейчас тут все поперепутываем, и папа нам точно это все не сложит. Боже, тут еще что-то такое. Какой-то хэллоу лунатики. Так, давай я этот шоколад убираю отсюда. Убирай. Капсулу тоже отсюда убираю. И что? Да, в общем, запчастей куча. Что-то у меня не получается эту бабочку. Оп, у меня получилось. Так. Это вот такая штучка, вот такой механизм тут. Оп. Оп. Что-то у меня бабочка не бяк-бяхнет. Ну так на лицо такие, как для монстра. Вот такое лицо у меня. Что это? Не получается. Мы слово будем открывать. Ха-ха-ха. Ты ищешь легких путей, я вижу. Давай, мы еще не открыли. Подожди, боже ты мой, вот это мы еще не до конца рассмотрели. Вот такая вот штучка. Это выворачивается, как капкейки. Все выверну. Давай. Такие фломастеры прикольные. Так классно пахнет. Прям. О, вот я вывернула. Смотри, диван не пропаяй там. Не попиши. Все, это я тоже оставляю. Солнышко. Так, вот еще собаки. Вот эти, давай этих собак куда-то. О, а я хочу черный понюхать. Ну, давай. А чем он должен пахнуть? Написано. Маршмеллоу. А ну дай понюхать. Маршмеллоу. Точно. Круто. Зеленый. Так. Смотрите. О, какие цвета красивые. Красота. Так, вот. Раз, два. А где еще один? Третий. Нет, это не такой пес. Стрелько. Давайте киндеры пока вот сюда сложим. Коробку. Ложи. О, я нашла третьего пса. Я еще буду собирать. Это что такое? Скай. Ее уже палец покрашены. Это Скай. Нет, а у нее что-то тут двигается, что ли? Да. Такие штучки. Нажимаются или вытаскиваются? Сейчас сломаю. Вот его открыть. Хорошо, открывай. Все, в общем, мы открываем последний штрих на сегодня. А ты мне помоги его. Давай. Так. Держи.
все. И ложимся спать. Ура! Ура! Взрываем конфетти, хлопушка. Счастье, радость, Новый год. В общем, друзья, всем желаем счастья в новом году. Тучка плюс солнышко. Показываем. Тучка плюс солнышко. Ты-дин. И написано, что rain or shine. Хе, прикольно. Rain or shine. А что это? Солнышко, свети, либо дождик. Прошу, я думаю, чуть-чуть я надорвала тут. Все, этот волнительный момент, последний вздох, розовый шарик, вот такой вот. Интересно, я никогда конфетти еще не видела, в руках даже не держала. Так, вот подсказочка такая уже добылась нам. И последний слоик. Последний слоик. Последний бой. Он другой самый. Та-ра-та-та. Последний бой. Так. Эх, мне что-то открыть это надо. Что-то у меня не открыть. Ну, палец. Вот. Да, совсем что-то тяжело. Получается или нет? Да куда зубами ты что? Давай. Их. Тяни. Мамочки. Подожди-ка, давай я со второй стороны попробую. Нет, что-то не получается. Как мы это откроем, второй слой? Оп, пошло, 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 пошло. Ура! Ура! Ура, ура, ура! Опять туго пошло. Ну ты уже так воздевай его. Каким-то необычным, не волшебным способом. Давай. Есть, почти. А это что такое? Татушка. Это татуировка. Так, ну что? Spin me. Давай. Ух, как интересно. Я за соска тревую. Соска? Ну, ты так думаешь? Сотка! Да? А ну, показывай. Закрывай и иди дальше. А чё мы сотку-то не смотрим? Или они везде одинаковые у всех? У нас тут вот чёрная. О, а тут не чёрная, тут синенькая. Как мой палец прям. Цвет пальца. Боже, как это шикарно. Не могу. Твоя. Так. Держите. Что там? Это бонбон. Классный костюм. Это будет бонбон. Да? Но она прикольная. У тебя она есть в этом виде. Как его? Боже, что ты там вертишь так? Голову скрутить можно. Ох, классно. А где-то тут шнурочек еще должен быть, я знаю. Вот тут, наверное, он и есть. Вот он. Это вот он. Это ролики. Ролики? Это надо его... Не дергай, не дергай. Нет, я не дергаю. Я его вытаскиваю сюда вот как-то. Подожди-ка, я уже отодрала вот тут эту штучку. Вот эту. Ну чего ты отодрала? Подожди, она сама выскочила. Вообще-то. Сейчас я ее вклею, да. Ну,
И еще там какой-то сюрприз остался. Оп, вот тут. Оп, и у тебя выскочила эта штука. Ой, что-то такое большое. Штука, наверное. Оп. Скорее всего, да. Давай вот это закроем. Закроем, чтобы он да, шарик был красивый у нас. Оп, есть. Соска. Соска? Держи. О, какая она интересная. У нас такой еще не было. Давайте. Вот всякие у нас были. А как это происходит? От себя как-то надо, я знаю. Чтобы в себя случайно не жахнуть. Я не знаю. Вот оно. Конфетти. Конфетти. Так. И ручка там еще. Что-что? Ручка. А, ручка, да. Ручка интересная такая. Смотри-ка. Смотри. Замочек такой. Никогда не видела таких. Очень интересно. Смотри. Такая задумка прикольная. Очень интересно, она сразу расходит. Опа! Но она совсем не такая, как ты говорила, бон-бон. У нас бон-бон, но не такая. Совершенно. Одеваем. И надо голову сейчас снять будет. А зачем? А это что еще к ней шло в комплекте? А, вот это? Класс. Класс. И две дырочки. Прикольно. Сейчас почитаем. А где она? Скажи мне. Я не вижу по вкладышу. Я их не различаю особо. Ты нашла, где она? Вот это, ага, наверное? Да, да. Дон это называется. Opposite Club это. Противоположность. Это Дон. Это рассвет. Это рассвет! И она... Написано, что она должна менять цвет. Да? Она должна менять цвет? Ого! Еще есть сестрички всякие. Прикольно. А где есть сестричка? Вот такая. В общем, она должна менять цвет, если что. Но мы, наверное, проверять этого не будем. Не могу что-то делать. Прикольно так. Сейчас можно еще раз собрать с пола это конфетти. Сейчас я попробую ради эксперимента. А зачем ты им голову снимаешь? Зачем? Просто это... Я не могу это вцепить. Так, я закрыла шарик и немножко конфетти туда засунула. Попробуем еще раз бахнуть. Давай бахну я. Вверх? Я отойду. Да, вверх давай. Вот это был взрыв. Классно было. Это было классно. А где кофточка ее? Без понятия. Вот она. Так, крышечка, которая отлетела. Прикольно. Ну, мне понравилось. Я думала, что конфетти хуже, а мне понравилось конфетти. Интересные такие очень. Конечно, они все разные, бывают всякие красивые и не очень. Ну, давай попробуем. Давай, показывай, где там. Сейчас мы...
попробуем. Боже, я испугалась. Так, ну что, голова только осталась. Всадник без головы. Давайте, мадам, где ваша голова? Я думала, что у меня панки попытаться. Панки? Ну, видишь. Панки, не панки, но девчонка прикольная. Это надо сначала нажать. Нажать сначала надо. Вот, все. И тогда она закрывается, и можно снова взрывать что-нибудь там. Можешь куклу туда поставить и взорвать с куклой. Не, ну она уже нет. Взорви сейчас. Давай, вверх так, аккуратненько, чтобы она меня не убила. Случайно. И снова накрывай. Так, закрываем. И куклу туда ты. Ну, бутылочку можно не ложить было. О, давай. Ну ты же не сошлась ровненько, нет? Что-то не так. Опа, есть. Ну все, сейчас будет, вылетит птичка. Вылетела птичка. Ну что, моя хорошая, с Новым годом тебя. Всего тебе самого хорошего. Здоровья, любви. Я вот сейчас буду вставать. Успехов тебе. Куда рисовать? Спать будем ложиться. Ну, я порисую. Пока мы это, пока мы то. В общем, так. Всем счастливого Нового года. Спасибо, что смотрите наш канал. Исполнение всем мечт, желаний. Главное, конечно же, это здоровье. С Новым годом тебя, моя хорошая. Ну что, да. Всем пока. Спасибо, что смотрите наш канал. Маятник. И вот такой маятник у нас. Мне понравилось. Пишите нам комментарии. Мы всегда читаем все комментарии. Можно справиться с себе что-то. А я не ставила кнопки Ютуба. Ну что, пожелаем тебе, чтобы твое желание как можно быстрее исполнилось. А на этом мы прощаемся. Мне вот эти песочные картины нравятся. Это не картина, это такие бутылочки. А это у тебя три аж? Да. Может, посмотри? Давай. Это скотч. Очень скотч. Опа. Вот такой вот. Да нет, ну может все не будем делать этого. На ночь глядя туда. Все. Еще раз папа. Мой зеленый палец передает всем привет. А порисуй. Порисуй. Все. Ребята, всем пока. Ложитесь спать и не слушайте меня.